Профицит бюджета Ямала за 2019 год составил около 32 миллиардов рублей. По этому показателю регион занимает второе место среди субъектов страны. С профицитом бюджета закончили прошлый год более половины субъектов федерации. Первое место занял Красноярский край с профицитом 38 миллиардов рублей. Второй результат показал Ямал. Следом за ним расположился Краснодарский край. А среди регионов Уральского федерального округа только Ямал завершил год с профицитом. Дефицит бюджета Тюменской области составил более 57 миллиардов рублей, Ханты-Мансийского автономного округа – 36 миллиардов. Напомню, что на 2020 год законодательное собрание Ямала также приняло бездефицитный бюджет. Доходы и расходы на текущий год запланированы в объеме 245 миллиардов рублей.